Итак, команда «Зеня», вторая игра, первое поражение. Саша, комментарии, что скажешь? Иван, что сказать, ничего не получилось в очередной раз. Сами себе привезли половину всех голов, но тоже сами же не забили. Ну и все. Ну команда в основном у нас не собралась. Нет игры, нет взаимопонимания на поле как бы. Будем надеяться, что в дальнейшем получится. На этом чемпионат не останавливается. Начало, в принципе, игры было довольно-таки собранное. 2-0 вели. Дальше что случилось? Расслабились. Поверили, скажем. Поверили, как бы. Начали опять забросы вперед, как бы. Соперник поймал нас на ошибках, и в итоге получили мы свое. Ясно. В команде соперника кого может отнести? Ну, во втором тайме вратарь пришел, как бы, им это намного помогло, как бы. Ну, а так они, как бы, техничная команда, как бы, персональные, как бы, они хорошо играют, все без исключения, как бы. Так, технично, техника у всех есть. И все. Все, понял. А, значит, вы не расстраиваетесь? Да нет, на этом не заканчивать чемпионат. Будем бороться до последнего. Все, понял. Спасибо за комментарии. Спасибо. До встречи.